Меня зовут Миллер Елена, и я участвую в конкурсе «Плюшки в день Танюшки». Сегодня я приготовлю здоровую пищу. Это рис с овощами. Елена, конечно, не Макаревич, но сегодня ей пришлось готовить на камеру. Студентка политеха участвует в конкурсе «Плюшки в день Танюшки». Обычно в день студента, 25 января, в университете девушки Татьяны состязались в кулинарном мастерстве. В этом году шоу, как и многое другое, перенесли в онлайн-формат. Теперь готовить могут все, не только Татьяны. У Елены, например, коронное блюдо – борщ, но сегодня она претендует на номинацию «Здоровое питание». Я готовлю друзьям в основном, пеку торты на день рождения своих друзей. Ну, в общем, я очень люблю готовить и пытаюсь развиваться в этом деле. Всем привет, меня зовут Феденева Софья, и сегодня я буду готовить для вас лапшу вок. Сейчас многие студенты разъехались по домам. Учеба проходит в гибридном формате – то дистант, то живые пары. Некоторые уже подключились к необычному конкурсу и присылают свои видео. Это может быть национальное блюдо, высокая кухня, семейные рецепты и не только. Единственный минус – попробовать кулинарные шедевры смогут только члены семьи или друзья. Мы оцениваем больше их креатив, творческий подход, монтаж видео и саму задумку. Ведь они могут снять процесс приготовления блюда, а помимо этого рассказать о своих кулинарных лайфхаках или топ бытовых приборов на кухне. Ну как тебе мое блюдо? Очень понравилось. Это кунжут. Я понял. Танюшки могут записать на камеру свои плюшки до конца недели. Подчеркнем, в конкурсе могут принимать участие все сотрудники и студенты политеха с любыми именами. Оценивать блюда онлайн будут организаторы и зрители в соцсетях. Итоги подведут после Дня студента. Ирина Корчагина, Николай Шулко. День с толком.